Интернет-магазин Велопарс.ком.ua приветствует вас! Сегодня в нашем видеообзоре велосипедный фонарь от компании OnRide. Это топовая модель T10 Wireless. Беспроводная. Она имеет 10 функций. Итак, давайте более подробно рассмотрим, какие функции имеет данная модель. Это текущая, средняя и максимальная скорости. Сравнение средней и текущей скорости. Общая дистанция поездки, время поездки, одометр, встроенный датчик температуры, расчет потраченных калорий и часы. Особенности данной модели. Автоматический старт-стоп, передача аналоговым радиосигналом, влагозащищенный корпус. Все управляется с помощью одной кнопки. Крепится либо на руль, либо на вынос. Имеет индикатор заряда батареи. Также инструкция переведена на украинский язык. Во время движения активируется режим увеличенного шрифта. Элемент питания – это одна батарейка 2032. На велокомпьютере и такая же батарейка 2032 на Герконе. Данная модель представлена в черном цвете. Ссылку на данный велокомпьютер вы сможете найти в описании к данному видео. Если вам понравилось наше видео, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня!